we decided to stay, and I think it helped the players. They lie on their bed and they sleep a normal sleep from 6 to 8 hours. And right now, this is the most important thing is a recovery in between games when you have back-to-back and a long trip. And we coaches, we try to prepare the game, watching, analyzing Asphalt, analyzing our game. And also on the plane, we'll do the same. This is something like we start talking. That's an old story. Obviously, some of you maybe you notice watch this series when Boston Celtics, and they had this word of umbudu. Umbudu means that to share. I took a salad for me, so I took a salad for everybody. So umbudu is our word, like come as a unity. So I take something, I share with everybody. И проводит время по-своему, да, кто-то спит, кто-то слушает, может быть, аудиокниги или какие-нибудь подкасты, кто-то читает книги бумажные. Видел, Ваня сейчас читает «Комету Уралгрейта», ему там по блату из Перми передали эксклюзивный вариант, вот он пока читает, потом расскажет или, может быть, даст почитать. Вова Ивлев сейчас вот «Ликвидацию» начал смотреть, он вроде бы уже взрослый, а до сих пор не смотрел этот хороший сериал. Поэтому все проводят время по-разному, и никого не заставляю что-либо читать или советовать. Просто иногда, если кто-то из ребят спросит, что я читаю, я показываю. Недавно прочитал «Медвежий угол». Это про хоккейную детскую команду в Швеции. Очень понравилось. Сейчас начал читать «Ремарка». Дошла до него очередь. Мне несколько моих друзей рекомендовали. Вот купил большую книгу с его главными рассказами. «Три товарища» прочитал. Сейчас читаю «Триумфальную арку». Весь день мы летим, возвращаемся домой, и завтра у нас буквально будет утренняя тренировка, небольшой видеоразбор нашего первого матча, вспомним, какие моменты у нас получались, какие нет, и вечером будем играть. С одной стороны, это сложно, когда у тебя нет времени на подготовку, да, чтобы детально разобрать, куда нужно, так сказать, бить в слабые места соперника. Но с другой стороны, это может быть и хорошо, что ты где-то не забиваешь голову лишней информацией. В принципе, провели очень хороший матч против Панатинайкоса, да, разделили время, все игроки достаточно свежие. Надеюсь, что завтра наши болельщики придут нас поддержать, потому что это пятница, вечер. Давно не играли в Мегаспорте, старый Новый год, так что всех приглашаю.